Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь прямий ефір на телеканалі Медіаінформ. Це означає, що будь-яку хвилину нашого ефіру ви можете зателефонувати та задати будь-яке питання стосовно нашої теми. Номер телефону вже з'явився на ваших екранах, і я хочу розпочати з того, що, чесно кажучи, зазвичай негативні якісь ситуації я намагаюся оминати. Але, на превеликий жаль, не на цей раз, бо сьогодні ми будемо говорити про скандальну родину Галини Мартинової. Тут притулок для дітей перетворився у притулок для тварин, і де діти стали заручниками ситуації. Саме тут вони вимушені були днювати і ночувати у вольєрах разом із тваринами. Чому діти мовчали стільки років, та що вимусило їх все ж таки покинути домівку найманої матері? Про це та не тільки говоримо сьогодні із колишніми вихованцями дому Галини Мартинової. Це Лучезар Панфілов, Сабіна Гармашова та Людмила Лунгу. Вітаю вас, дякую, що ви знаходите сили боротися, і ви молодці, дійсно, що розповідаєте про цю історію. І зараз для того, щоб трошки познайомити наших телеглядачів із вашою ситуацією, хочу показати невеличкий сюжет, для того, щоб ви просто відчули та побачили атмосферу, в якій знаходилися діти. Прошу. Еще два года назад остро стоял вопрос о лишении опекунских прав Галины Мартыновой из-за ужасного состояния жилого помещения и более 200 животных, которые проживали рядом с детьми. Но тогда права женщины отстояли зоозащитники и жители области, которые собрали деньги на новый дом и регулярно помогали ей финансово. Только вот ее воспитанники уверяют, то, что многим казалось терапией с помощью животных, на самом деле было настоящим кошмаром для детей. Было ужасно, потому что было очень много животных, эти животные нам постоянно мешали, делать уроки мы не могли. Я хотела себе отдельную комнату, но не получилось. Просто у меня в отдельной комнате были тоже животные. Я не хотела, чтобы были животные, но так сделала Мартынова. Также воспитанники уверяют, что за отказ от выполнения той или иной черновой работы обязательно следовало наказание, начиная от голодовки и заканчивая физическим насилием. Что касается оскорблений, то в этом доме они были в порядке вещей. Из-за моего цвета кожи она постоянно унижала меня, она постоянно напоминала за биологических родителей, то, что мы будем такие, как они. Всегда, когда мы отказывались делать то, что мы не хотели делать, то, что либо противоречило, например, нашим взглядам, либо не хотели мы там выполнять какую-то работу, которая была очень такая грубая. Слова были такие очень неприятные, особенно для детей, которые попадают в такую ситуацию, у которых нету родной мамы. Помимо этого, практически все деньги от волонтеров, направленные на поддержку детей, обычно тратились на содержание животных. Поэтому ни о каких карманных деньгах не было и речи. Да и местный рацион и режим дня вряд ли соответствовали норме. Воспитанники уверяют, что так было на протяжении многих лет. А говорить они начали сейчас лишь после некоторых событий. Одним из них стало самоубийство их брата. Я не считаю умной, если честно, но она для него была очень умная и хорошая. Авторитетом. И она очень сильно ним манипулировала. И, наверное, у него совесть, то, что если он идет, допустим, куда-то от нее, он будет у него будет совесть мучить. У него психика была нарушена еще давно, и, получается, Галина знала об этом, и постоянно, может, она не понимала этого, но она постоянно давила на него психически. Постоянно его обзывала шизофреником. Также воспитанники обвиняют Галину в продаже квартиры, которая принадлежала одной из их сестер. Об этом узнал Лучезар, парень, который с годовалого возраста и до 17 лет прожил с Мартыновой. И давно уже живет сам по себе. Но он не смог остаться в стороне и решил помочь своим братьям и сестрам. Хочу, чтобы Каденчук Катя, сестра, которая была мошенническим путем лишена своего жилья. Мошенническим, потому что Мартынова имеет несколько квартир, вернее, поправлюсь, является собственником нескольких квартир. Одной из трехкомнатной на поселке Котовского, которая пустует много, так что точно 7 лет пустует квартира, вообще никто не живет. Там она, собственник, и старшие дети. Сейчас они должны ее продать и якобы купить Кате Каденчук ее жилье, компенсируя то, что она воспользовалась ее жильем. В этом конфликте есть и другая сторона. Другие воспитанники уверяют, что жилось с Мартыновой вполне нормально. Больше всего вопросов в этой ситуации к органам опеки, которые на протяжении многих лет будто не замечали, что место, где должны жить дети, давно уже превратилось в настоящий вольер, где господствовали животные. И в такой обстановке уж точно не привить любовь к детям, и более того, вряд ли возможно растить детей в нормальных условиях.
В мене одразу ж виникає таке перше питання, чому все ж таки ви мовчали протягом багатьох років і лише зараз вирішили розповісти ось цю історію вголос? Тим паче, що, наприклад, декілька років тому, коли до вас приїздили кореспонденти, журналісти, ви все ж таки захищали Галину Мартинову та говорили, що вона не лише гарна мати, але й добра людина. Що сталося? Що наштовхнуло вас на це? Прошу. Ну, дело в том, что если бы мы говорили об этом в тот момент, когда мы с ней жили, она говорила, если вы об этом будете говорить, вы будете в детском доме или в приюте. На тот момент мы были еще маленькими, ну, как детьми, и мы все думали, что в детском доме, как она говорит, будет ужасно, ну, как нас будут избивать. Ну, и мы в это, конечно, верили, и мы все это время молчали. Но из-за того, что мы уже выросли, и нам помог брат оттуда уйти, потому что там были ненормальные условия, как я считаю, ну, я считаю это правильно, нормально, то, что мы, как, ну, благодарю его, мы как бы вышли на свободу. Дело в том, что сейчас мы можем учиться, мы сейчас работаем, у нас сейчас свои деньги, мы получаем, ну, мы ни в чем не нуждаемся, потому что раньше мы нуждались, теперь мы в этом не нуждаемся. Скажіть, ось таке питання. Ви зараз говорите про те, що ви заробляєте, ви працюєте. А ось коли ви жили в Галини Мартинової, то у вас була допомога і спонсорська, і волонтерська. Окрім цього, у вас були стипендії, пенсії. Скажіть, будь ласка, куди йшли ці гроші, які ви отримали? Ну, во-первых, це йшло на животних і її рідної дочки. Всі гроші, ну, то, що на нас нам привезли спонсори, вони допомагали, і це все віддавалось старшим, особливо Вілеті. Всі деньги. Я так розумію, що ніхто не контролював взагалі, куди йдуть ці да, гроші. Вона нам, ну, не говорила. Нас об этом ніхто не спрашивав. Да. Просто ось окрім того, що вона говорила про те, що якщо ви будете розповідати вашу історію, що ви розпочнете розповідати про умови, в яких ви живете. Окрім того, що вона говорила, що ви будете жити у дитячих будинках. Що ще говорила такого, що могло б ну, вона говорила, що буду там делать чому, на вас там будуть. Сила вас там будуть збивати. Вона мене пугала. Нашим родителям, які будуть нас теж збивати. Да, вона мене пугала той сім'єю, откуда я прийшла. Ну, со второї сім'ї прийшла. Вона постійно мене цим пугала, говорила, що якщо, ну, я щось плохое зроблю, що, наприклад, я щось не убрала где-то. Вона говорить: "Чому ти не убрала? Все, тепер я тебе відправляю в другу сім'ю, к тому педофілу, який, ну, лез к тебе". Ви говорите про педофіла та про першу родину, в якій ви жили. Невже вона була такою жахливою, що... Да. Вона мені постійно цим пугала і ще одну сестру пугала. Я извиняюсь. Я хотів би тут іменно додати дуже важливий момент, що да, не просто знала. Вона цю ситуацію, ну, з її слов, пыталась в своє время, коли вона узнала о случае, в ситуації, которая попал ребенок к нам из предыдущей семьи, ситуацию. Просто сестра попала к нам еще с одной девочкой. Да. И когда пошли, дети сдали медосмотр, все это вскрылось, естественно, узналось, но решили прикрыть это все. И вот это мне непонятно. Знали об этом конкретно власти, даже приезжала комиссия из Киева. Она сейчас ссылается на то, что она якобы испугалась, потому что, понимаете, тема педофилии, и власти умолчали, то есть должны кто-то быть наказан. А як так взагалі, як так вийшло, що це жахливий випадок? Окрім цього, ще й резонансний випадок, ось ви так розповідаєте, я просто не розумію, як вийшло так, що ніяк не суспільство не відреагувало, ні влада, тобто всі знали, я так розумію, просто заплющували очі. Знали не просто всі, конкретно знала об этом случае, і зараз отрицає, знаєш, що Алла Кирьяк, начальник службы по делам областной детей. Также знали многие зоозащитники наши, которые маме сейчас так помогают, женщины, которые в свое время тогда, как они сейчас говорят, что они предпринимали какие-то действия по решению этого вопроса, что писали статьи. Была покойная уже ныне журналистка, Татьяна Непомнящая писала статью об этом, она как-то она с псевдонимом себя описала, потому что боялись, что будут какие-то преследования, что это будет как-то давление на нашу семью, что у нас животных, детей забирают. Это именно сейчас оправдывается. Но в тот же момент она этому ребенку, который пережил это, и она это знала, она изо дня в день при любом каком-то там
скажем так, конфликте ее с ребенком, она это тыкала, это знали все соседи, друзья семьи, дети в семье. Она вот это вот все время использовала, как, вы знаете, жалила изо дня в день вот этой темы. До речі, є задокументований факт того, але ось вона Людмилу травила. На превеликий жаль, через те, що ми обмежені в часі, я не можу зараз показати нашим телеглядачам, але вся інформація є в мережі інтернет, ви можете знайти лучше зараз та побачити це відео, де Галина Мартинова говорить про те, що вона відправить дитину до педофіла знову. На превеликий жаль, що таке взагалі трапляється. І окрім цього, ще така сумна ситуація. Вибачте, що я говорю про це, але у вас закінчив життя самогубством один із братів. І ви завжди говорите про те, що навіть у сюжеті, про те, що його давала Галина Мартинова. Чому ви в цьому так впевнені, що вона винна в самогубстві? Ну, во-первых, потому что, ну, продалась его часть, где была его, купилась дачная. А потом идет, как получается, он хотел жить сам в тот момент, когда уже купили дом, он не хотел, чтобы его покупали. Получается, они его купили, а Ваня постоянно хотел жить отдельно. Ну, он как бы был... сам в себе как замкнутый, он хотел жить отдельно от всех, она ему просто не давала, она вечно его как... обзывала шизофреником где-то. Ну, она... Давайте я поясню, смотрите, ну, дети, не такой словарный запас, наверное, чтобы более детально. Тем паче, ситуация все же таки действительно сумна и... Просто детям досталось в этот период, ведь не сразу так все случилось. Это началось все не сразу, все постепенно. Но с какой-то момент действительно наступил такой момент, что дети уже не могли осилить тот объем и те моральные и физические насилия, которые происходили в доме. Вы говорите про физическое насилие. Что самое вы имеете на увазі? Она детей именно не просто, вот там, знаете, вот, она вот недавно давала интервью и сказала, что она у нее вырвалась, такой тапочком била. Это уже, в принципе, уже ну, достаточно. Ну, то есть это такое батьківське виховання, так? Да. Я могу перечислить, мне бы хотелось перечислить вот инструменты, которыми она использовала педагогические, анималотерапийные инструменты. Палки. Это бамбуковые палки, шланги. Люси, вот конкретно моей сестре Люси, она разбила голову качалкой просто. И у нее действительно шрам остался глубокий. Она вот недавно тоже смотрела. И на видео, кстати, у меня на Фейсбуке есть, она просто говорит, что это царапина. І тоже мені говорить, да, і вона говорить, що якщо треба, я тобі зараз розб'ю. На відео вона говорить, я тобі зараз розб'ю голову. Скажіть, будь ласка, ось після ось цього акту фізичного насилля вам надавали якусь нормальну медичну допомогу? Ні, це дуже важливо. У Люсі і так є определенні, розумієте, у чоловіка, у ребенка трудне дитинство, ну, можна сказати, його не було, по суті. Тому що вот це все, що відбувалося, это навязанное, вот ею манипулирование над детьми, запугиванием. Она обвиняла чувство вины в них, вырабатывала, чтобы у них был страх и чувство вины, которым она использовала это в нужных своих целях. И даже вот когда она разбила голову, ей, вы думаете, неужели думаете, что она действительно пошла, там даже какой-то потом сделала там осмотр, может, у нее было сотрясение мозга? Нет, сразу ребенок прячется, несколько времени не ходит в школу. Она, учитывая, что у нее есть организация благотворительный фонд, она может от него писать записульки в школу, что ребенок там, ну, дома там находится, что она и делала из разу в раз, и не только на неделю. У нас девочки есть, которые дети месяцами не ходили в учебные заведения, в училище, а в школу. Что? Ось... Просто я работать, помню, нужно было работать. Тяжелый период в доме, да, нужно там вольеры. Конкретно заболели, какой-то период заболели, не перебивай, заболели кошки. И вот пошла эпидемия болезни кошек, нужно всех ветеринарку вот так вот по очереди возить, все, возили же дети, понимаете, она могла спокойно там поздно ночью отправить на такси, в последнее время больше всего доставалось Сабине, она ездила в ночь с кошкой в город с водителем, ребенок ездил, несовершеннолетний. Непонятно з ким, куди, з кошкою ветеринарку. Скажіть, а ось які взагалі обов'язки у вас були по господарству? Я так розумію, що там дійсно можна довго про це говорити. І окрім цього, виникає одразу таке питання. Ви все ж таки діти. Вам вистачало часу на те, щоб знову ж таки піти до школи, зробити домашнє завдання, або, можливо, ну, зайнятися якимось своїм хобі хоча б годинку? Як вас? Хобі у нас хватало тільки тоді, коли мами не було вдома, коли вона уїжджала.
Потому что если мама дома, это сразу убирать вольеры, это надо убирать за животными, надо возить учить кого-то в ветеринарку. Вот я каждый день после до лицея и после лицея, ну до лицея как до лицея, бывало я тоже относила животных в ветеринарку, я не успевала бежать в лицей, поэтому я постоянно опаздывала. И после лицея я тащила, извините меня, 20-килограммовые пакеты каждый день. И Куча каждый день просила, чтобы помогал мне, а оттуда пройтись от остановки до дома 2 километра. И я не могу идти, позвонить Лене, старшей сестре, я не могу, потому что у нее то ли с телефоном проблема, то мама ее не пускает, потому что говорит: «Леночка, мне нужна по компьютеру, а мне 20 килограмм, извините меня, тащить 2 километра, это тоже да, ненормально». Скільки у вас дітей в неї було, та скільки тварин? Ось хоча б приблизно. Ну, от животних 75 собак, 75 кошек, голубі 30 штук. 30, тобто, якщо це вже не більше, звісно, да, цих всіх животних. Ось ще таке, ще й свиня. Да, нічого собі. Свиня, птиць, іменно були голубі, як голубі, там курці, свиню взяли, дрозди. Шиншили, и вот это все в квартире. И это все было на ваших плечах, да, я так разумею. Конечно, да, конечно. Скажите, ось... Нет, были, конечно, работники, но работники, бывало, их не было. Но когда они уже уволились, мы оставались в школьные дни дома, потому что нужно было готовить, а 20-килограммовые, даже и 50-килограммовые кастрюли поднимать, отпускать никого нет, и это все приходилось нам. Скільки зазвичай було тварин із вами в приміщенні будинку або в приміщенні квартири? Та головне таке питання, чи були в цих тварин щеплення, наприклад, від сказу, якщо ми говоримо про собаку? Бо якщо Галина виправдовує цю ситуацію, що ви там жили як у притулку, та тварини там були для того, щоб це була як аніматерапія, то тварини повинні були бути повністю безпечними. Скажіть, як з цим? Животні, ну, паспорта, конечно, были почти у всех. Я не говорю, да, что у всех, почти у всех. Но на прививки у нас не всегда не были деньги, но у нас их практически не было. И животных ветеринар не успевал их всех как прививать. Тут и поэтому у нас ветеринар на 75, да, собак, 75 кучей. Да, и у ветеринара не было таких денег, у нас постоянно долги, и вот до сих пор у Мартыновой долги за животных около 10 тысяч только за 5 щенков. Это сейчас я уже не знаю, сколько долг. И до сих пор мы не проделали всех животных. Скажіть, а чи були такі випадки, бо все ж таки, якщо тварина живе на вулиці, а потім вона переходить додому, і якщо їй 75, то ви точно не встигаєте їх вимивати кожного разу, коли тварина заходить з вулиці додому. Ну, чи траплялися випадки, що хтось міг занести собі інфекцію, або вас вкусила собака? Чи були такі якісь ситуації? Мене забули, за вас вкусила. Нет, было такое, когда кошка, которая у нас получается на территории, территория не обработана от животных и все. И Эмили, ну, мою же сестру, ну, такого же возраста, как и я, укусила, получается, кошка за пальцем, кошка говорит, там заделаешь, что говорила, а у нее гнил палец. Гнил палец, потому что если гнив палец, то медичную допомогу якась знову ж таки. Можливо, до лікарні хоча б щось зробити? Нет, нічого не було. Получається, ми обрабатували самі перекисю, водородом. І тут же мама їй говорить: «Іди на огород, зробай роботу, ну, вирви бур'ян». Вона пішла виривати і через... Знову ж. Да, вона... Кстати, це був із тих моментів ключових, коли от я розумів, що вже, ну, далі я вже вмішався серйозно, конкретно і безповоротно. І хоч зараз мене багато люди хаять, сейчас так, до речі, коментарі дуже суперечливі. Я понимаю, и сейчас даже я вам скажу больше, вместо того, чтобы действительно поехать туда, а там сейчас очень плачевная ситуация. Тому очень, що я так розумію, потому что женщина, она уже пожилая, и она свое как-никак при всем, то, что мы сейчас говорим, заслужила покой, и зоозащитники бросили ее. Они кто-то помогает, не вы, что все, но действительно там нужно... Ситуация очень-очень плачевная именно на данный момент. И вместо того, чтобы еще сейчас старшие, которые против меня, что они борются за ее репутацию сейчас. Что так, до речи, говорим, для меня взагалі загадка. Они подали на меня, я поправлю, сейчас, ну, в полицию, что якобы я там, ну, врежу, разрушаю репутацию, клевещу, все такое. Но мне это смешно, потому что, ну во-первых, это уже не первый раз, и, ну, как говорится, не на того нарвались. Потому что я знаю, что за мной правда, за нами правда. И старшие дети, почему они защищают?
Потому что в свое время, ну так тут уже я думаю так, они злятся сами на себя в свое время, ведь они также уходили, кто-то позже, в 17-18 лет. И тут они просто, знаете, вот как вот такие князьки, за счет которых, за счет детей, они ж, ведь это все тоже еще брали ихнее поколение, старших брали, этих животных постепенно. Сейчас они все состоявшиеся, имеют квартиры, машины, продолжают, имеют бизнес, но никто туда нормально вот приехать, помочь, действительно поставить все на ноги и как-то ее вот с этой ситуацией всей помочь решить не может. Как зоозащитники, которые только говорят, я ни разу не видел там, вот за время, когда мы там переехали на дачное, конкретно на дачное, зоозащитников, ни разу. Вот даже та же Марченко, которая так рвала глотку на всех пресс-конференциях, Елена Шаврук, где они все сейчас? Вот действительно, в соцсетях просто перекидываться фотографиями, с рассылочками, нужны деньги, деньги, деньги. Это не должно быть приютом, понимаете? Там никакой не приют. Там сейчас животные уже выбегают периодически, она там сама, они собаки периодически вырывают, собаки рвут кошек. И они просто не могут сейчас вот просто признаться об этом, потому что это неправда, ну, неправда. Ну, чесно кажучи, так, тут повинні зоозахисника сказати стоп, бо там просто відбувається. Это уже жестокое хаос. Обращение із животными, так, понимаете? Так, бо вбивство. Конечно, просто. Они не успевают, этот объем не успевают. И в тем же мнении находятся люди, которые, галочка, возьми, возьми собачку, она по своей уже глупости, может быть, даже уже не полностью, я бы сказал так, не побоюсь, адекватности ситуации, просто вот на автомате берет, жалеет, чтобы не потерять вот этот статус своего спасения и до конца вот будет гнуть свои линии. Но тут уже нужно не брать в учет ее, грубо говоря. Потому что скажіть, действительно ситуация очень плачевная с животными. Людмила, питання до тебе. Ти сказала, що тебе вкусила за око та за губу собака та, або кіт. І чи сильно ти була травмована? Та як в цій ситуації поступила Галина? Ні, ну, коли мені вкусила собака, вона мені навіть, ну, вона була в це время, вона навіть не відвела мене к врачу. Ну, а якщо ще чуть, вона б мені глаз укусила б за глаз. Скажіть, а елементарно, предмети гігієни у вас були? Там якесь мило, щось такого плану? Тобто вам вистачало всього? Бо в такій ситуації, коли і так бруд навколо, тварини бігають, у вас були такі елементарні просто речі? Одна шампунь на дітей на всю і, сім'ю, і на собак. І тим більше, що одна шампунь ще й на животних. Скажите. Я еще поправлю, добавлю, что вот в этот самый горячий период были периодически спонсоры, которые очень много помогали. Вот действительно у нас были спонсоры, турки, которые, что вы понимали, они помогали не только детям, но когда они увидели, что дети действительно, вот они поверили Мартыновой и действительно увидели и поняли, что, ну да, тут возможно это подействует, этот проект хороший, они начали помогать, и они сказали, Галина, только отделите животных от детей, и больше нет. Галина это увидела, увидела поток денег, у нее произошло, я не знаю, затмение рассудка, и она все-таки, сумев животным создать за счет этих денег, которые выделили вольеры, построили на вольеры, она начала брать опять новых животных в дом и насильно детям уже заставлять дальше продолжать вот эту работу. Чи зверталися ви до влади або до поліції, чи просили ви про захист? А якщо просили, то яку відповідь ви отримали? Вот тут, будем говорить откровенно, нет, потому что я в семье не находился. И, только говоря, не знал, так где-то ситуативно узнавал. Я появился так, углубился в семью, вот конкретно вернулся в тот период, когда вот начались у нас конфликты с властью. Когда власти начали, ну, детский дом семейного типа перестал существовать по законным причинам, и власти начали его забирать, отнимать, чтобы, ну, нас выселять оттуда. Вот тогда у Мартыновой появилась идея, мошенническая, я считаю, полностью. Она ребенка одного и второго, кто был собственником квартиры, Ваня Каденчук, который покончил с собой, и Катя Каденчук, его родная сестра, заставила, если даже Ваня как такая, но она использовала Ваню манипулятивно, то Катю, конкретно Катя ей говорила, что я не хочу. Она и плакала, рыдала, она приходила накануне ко мне в день сделки и говорит, Лучик, я не буду подписывать, я не хочу. Я говорю, не подписывай, говори нет. Она позвонила старшим брату и сестре Кате и Ване, Азе Каденчуку и Богдану Каденчуку, на что Богдан Каденчук сказал, нет, не подписывайте. Сказал Мартыновой, нет, не надо, ты останешь их без квартиры. Она сказала, что раз так, забирайте себе, я Катю сделаю инвалидом, а она могла это сделать методом запугивания, манипулирования, у Кати третья группа инвалидности. Но вместо того, чтобы ребенка как-то лечить, как-то, вот знаете, вот всю жизнь, она ее забивала,
Ребенок закончил школу, специализированную 75-ю школу, девочка, и она ее не отправила никакой в техучилище, которое все равно у нас есть места, где можно как-то человека развить, ей нужно было, она ведь наш будет жить дальше по жизни сама. И поэтому Катя подписала манипулятивно, и она продала квартиру и за эти деньги купила дом на Дачном. Но также стала как-то непонятно собственником большей части этого дома. Тут ще й квартирне питання. Конечно, знаете, конечно. Я дуже сподіваюся, що після сьогоднішнього ефіру суспільство, люди відреагують на вашу проблему. Окрім цього, влада все ж таки візьметься за ваше питання. І ви взагалі забудете про ці жахи, які з вами відбувалися, і почнете жити нормально, щасливо, та взагалі зрозумієте, що таке дитинство. Дівчата, ви дитинство взагалі не бачили, я так розумію. Я сподіваюся, що у вас все буде нормально, і ви просто забудете про це, як про страшний сон. Але, на превеликий жаль, у нас час же добіг кінця досить швидко. Дякую вам за те, що ви знайшли сили прийти. Дякую вам. І бережіть себе, боріться, справедливість. Ні, ми будемо боротися до кінця, повірте. Тут уже таке. Справедливість завжди перемагає, тому вам сил. До побідного. Дякую вам, шановні телеглядачі. До зустрічі.